третій локдаун в країні можливий. Ані вакцинацію, ані обмеженнями поки не вдалося суттєво зменшити кількість хворих на корону. А отже, навесні можливий черговий карантин. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Все це за умови, якщо понад 13 областей потраплять до червоної зони. Чи витримає черговий жорсткий карантин українці та економіка країни, ми дізнавалися в народних експертів. Ну, про економіку вже не знаю, буде хуже чи ні. Ну, лучше, конечно, чтобы его не было. Очень негативно, потому что, в принципе, народ так уже забит, и мелкие ЧПшники, они просто не выживают. Выживают те, которые магазины крупные. Ну, я думаю, это будет очередной тяжелый удар по экономике. Ну, было два локдауна, бизнес падает. Ну, людям тяжело будет с этим справляться. Очередное закрытие заведений будет, и последствия неминуемые. Ну як позначиться? Як це люди будуть сидіти без грошей? Як? Їм можна з мішками грошей сидіти. А як люди можуть сидіти? Дуже плохо, тому що роботи нет. Тобто ніхто не може собі дозволити банально каких-то, не то чтобы даже развлечения, а банально потратить денежные средства на еду. Ну, на экономику плохо украинцев в зависимости от того, какая сфера деятельности. Я, допустим, работаю в интернете, поэтому на меня это никак не влияет. Экономика и частный бизнес, конечно, пострадают достаточно. Ну, может быть, он и необходим, потому что действительно это тоже ситуация тяжелая, болеет народу немало. Ну, среди моих знакомых есть и умершие не только в Украине, но и за рубежом. Поэтому, если это необходимо, то, конечно, это делать нужно. Ну, экономика у нас сейчас и так в тяжелом состоянии, и люди уже очень устали, я даже не знаю. Но думаю, вряд ли люди в этот раз отнесутся к этому серьезнее, чем в прошлый раз. А на самих людей, взагалі? Если честно, я даже не знаю. Судя по прогнозам, это не очень помогает. В прошлый раз это не дало особого результату, а тільки постраждали просто люди, які випускають товари, необхідні для народу. Я вважаю, тут палка двох концов. Ну, мабуть, якщо локдаун, то це локдаун для всіх, а не так, що тут людям закрили доступ к роботі, а президент розвлекався на горнолижному курорті. Правильно? Ну, якщо так глобально посмотреть, то мені кажется, що не очень хорошо, тому що ну, людям треба где-то брати ресурси для того, щоб жити, зарплату получать. Ну, плохо в будь-якому випадку і на всьому скажеться, і на економіці, і на благосостоянии нашого населення. Привыкли, і навіть вже без локдауна как-то даже немного грустно.